Я хотела сказать о том, что, конечно, все запомнилось, но основное, с чем я уйду, это с тем выражением лица, даже неправильно формулирую, с ликом. И вот весна, образ весны, такой заботливый, нежный, с одной стороны, есть к чему самому стремиться, то есть быть таким же заботливым, нежным, оберегающим, а с другой стороны, чувствуешь себя как бы защищенным, потому что ты знаешь, что есть что-то, кто-то, какая-то энергия или какой-то человек, который защищает тебя вот этим светом, теплом, добротой и всем чем хорошим, что есть, может быть вообще. Вот.